Четвертак, Александра, вот такие вот долларов 300 стоят. Четвертаки и рубли, кстати, они, да и полтинники примерно все в одну цену, чтобы вы понимали. Если красивая такая, и 100 тысяч может стоить, полированные там, до 300 тысяч, короче, они нечастые. Вес у них 5-18 где-то, а это будет меньше 5, наверное, весить, да, тертая, потому что допустимая норма, потому что она стертая, сейчас, смотрите, я покажу. Вот в таком сохране, чтобы вы понимали, долларов 300, вот, ну, не меньше 200, не меньше 200, короче, вот смотрите, ну, не меньше 15, я хотел сказать, вот, а если красивые они, дорого стоят, друзья, имейте в виду, что рубли, что полтинники, что четвертаки Александра, они редко попадаются и стоят нормально. Если они красивые еще, ого-гой. Всем удачи.